Всем привет, друзья! Ну что, по идее, я вам сейчас покажу очень-очень интересный флип-чехол. Кожаный! 13 дней добралась посылка, 4 расцветки можете подобрать под себя. 9 Pro. В общем-то, все модели компании Xiaomi там практически представлены, самые современные. Можете перейти, поставить галочку напротив своей модели, придет одно и то же, что и мне, только под вашу модель. Я буду демонстрировать на Redmi Note 10 Pro, это мой основной, один из двух моих основных смартфонов. Ссылка в описании, если хотите приобрести его по очень выгодной цене, ссылка в описании будет на этот чехол. Сейчас мы проверим, стоит ли его вообще заказывать, как он выглядит на смартфоне, есть ли у него какие-то плюсы, недостатки, есть ли у него... И вообще, стоит ли он своих денег, как вы думаете? Сейчас мы это все и будем проверять. Итак... Чехол, флип-чехол, кожа, 13 дней, все сказал, ссылки в описании сказал. В общем-то, давайте смотреть, что там приехало. Так. Упаковка зачетная. Ух ты, он мне зелененьким цветом. Класс. Зелененького у меня давно не было цвета. Что-то я все время заказываю какие-то там серебряные, позолоченные. Скоро будет или уже вышло видео. Какие там еще? Ну, такие, знаете, самые популярные. Черные, там, темные. А зелененькие, темно-зелененькие. Красивый цвет должен быть. Итак, Redmi Note 10 Pro. А, упаковка самая дешевая. Ну, хрен бы с ним. Нам главное, что не упаковка, а то, что нам приедет. А чехол стоит достаточно дешево. Я бы сказал, дешево. Особенно, если вы посмотреть на наш рынок чехлов, если вы пойдете куда-то в магазин, то, друзья, блин, ой, какой он кайфовый. Блин. То цены вас не порадуют. Откровенно говоря, не порадуют, потому как, ну, накруточка идет такая нехилая. Слушайте. А ну-ка. Так. О-о-о. Так это кошелечек, друзья. Класс, смотрите-ка. Можно сюда какую-нибудь карточку вот так вот сюда засунуть. Можно что-нибудь, да что угодно положить. Это супер. И я вам скажу, тактильно он просто экстаз. Вот другого слова не могу подобрать. Здесь вот такой значок интересный, металлический, металлизированный. Не знаю, что он означает конкретно для этой фирмы-компании. По строчечке. Строчка ровненькая. 3 отверстия у нас под динамик. Обалдеть. Строчка у нас белого цвета. Ну, такого не совсем белого, но просветленного. Светлее, чем сам самой раскраски чехол. Я вам скажу, это какой-то не зеленый, какой-то зеленый непонятный цвет с темными такими... пятнышками, знаете, как камуфляжик какой-то такой необычный. Офигеть, он тактильно, опять-таки, что-то среднее, я уже такое как-то говорил про один чехол, среднее между вельвет, кожа и, пожалуй, софт-тач пластик. Очень приятный, очень. Другое дело, за сколько времени он замусолится, но он кайфовый. Вот не знаю, что по поводу кожи, это не кожа, но за те деньги... Он невероятно приятен. Так, внутри у нас чехольчик черного цвета. Это меня радует, что не светлый. Так, ну приклеен там на двухсторонний скотч. Изнутри, посмотрите, линия сгиба специально как сделана. Линии такие очень аккуратно. Ниточка кое-где видна, но это можно припалить зажигалкой. Где-то еще видел. А, вот здесь вот в этом месте можно зажигалочка припалить. Не страшно, а строчка везде ровненькая. Посмотрите, вот такие пафосные здесь надписи. Очень аккуратные. Слушайте, это прямо какой-то заказ. Так, ну-ка. Здесь у нас кошелечек крутой тоже. Что здесь можно положить, что здесь можно какие-то купюры вкладывать. Здесь можно опять-таки запихнуть в эти ячейки. Пожалуйста, вот какие-то карточки. Что-то еще, что угодно. Вот, ну и, блин, отверстия шикарные, ровненькие. Класс, класс. Далее, резиновый чехол обыкновенный с ровными отверстиями. Никаких претензий нету, абсолютно ровные. Так, хочу еще также подметить то, что здесь у нас сканерческого пальца не прикрывается, и у нас магнит. Офигительно. Смотрите. Так вот пальчиком. Хлоп. Смотрите. Опа. Это шикарно. Нет вот тут лямок никаких, таких, знаете, которые вечно перегибаются и портятся потом с трещинами. Плюс перекрывает сканерческого пальца. А здесь вы можете разблокировать телефон, взяв его вот так вот со стола. Он у вас одновременно разблокировался, одновременно открывайте крышечку. Великолепно. Смотрим. Так. Залазь. Ну, собственно, вот так вот это дело все выглядит. Неплохо. Черная окантовочка не прибавляет смартфону, визуально не портит его, это хорошо. Ну и, пожалуйста, вот так вот прикрыли. Не надо вам защитное стекло, если не боитесь, что у вас поцарапается со временем смартфон. Или приклейте гидрогель-пленку, допустим, вот у меня сейчас приклеена гидрогель-пленка в районе фронтальной камеры, вы можете видеть ее
Очертания. Ссылка в описании. Очень дешевая штука, легко клеится. У меня есть много видео на канале, перейдите, посмотрите. И вообще, подпишитесь на канал, еще много будет интересных распаковок, в том числе и чехлов, в том числе и смартфонов. И если это видео для вас полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам же не сложно, я надеюсь. Мне очень приятно. Итак, еще раз. Тут у нас все закрыто. Сканер у нас открыт. Пожалуйста, можно его разблокировать, открыть, заблокировать, закрыть. Далее, тут у нас отверстие. Все сходится, все в доступе. Сверху у нас ровненькие отверстия, также сходятся, немножко промахнулись, вот они тут, центровочка, естественно. Но на функционал это не повлияет. Снизу, кстати, центровка великолепна, особенно касаемо разговорного микрофона. И вот так у нас смотрится спереди. Внимание. Вот так вот сзади. Центровка камеры неплохо, все четко. Камеры у нас провалились. Просто провалились, блин, миллиметра, сейчас скажу. Ну, миллиметра на два аж. То есть, царапаться они не будут, биться тем более таким образом, да? Полная защита, 360 градусов у вас. Но опять-таки можно вот таким образом поставить, смотреть что-нибудь на YouTube, какое-нибудь видео, или вы в дороге там, где-то в поезде, скачали сериал, пожалуйста, просматривайте. Слушайте, смотрится дорого-богато. Однозначно, за свои деньги это очень шикарное предложение. Я, ну, пожалуй, все-таки советую эти щуколы и прямо... Из 10 баллов я прям дал ему 9 баллов. Ну вот, за это только придерусь, наверное, к этим ниточкам. Хотя это будет не совсем честно. Клея здесь не вижу, нигде не проступил. Строчка ровная. Слушайте, даже можно и 10 баллов дать без зазрения совести. Просто шикарно. Там внутри сеточка оформлена, обратите внимание. Ну и макро рассматривайте, как он сделан. Я чуть помолчу. Хорошая штука, хорошая. Я доволен своим приобретением. Еще, по-моему, у меня несколько чехлов лежит в загашнике, там где-то по ссылке надо смотреть. Несколько чехлов конкретно такого же форм-фактора. То есть чехол-книжка, чехол-флип-чехол. Поэтому еще покажу. Других расцветок, кстати говоря. Один там, по-моему, синий, какой-то еще цвет, не помню. Может быть, серенький, приятный. Но вот этот мне конкретно порадовал. Если искали, задешево, отличный чехол вот такого вот цвета, возможно, даже такого форм-фактора, не пожалеете, возьмите, классная вещь.